Андрей Бурковский принялся за новый проект, который вызвал неоднозначные реакции у зрителей. Популярный актер, получивший славу благодаря сериалам «Кухня» и «Даешь молодежь», решил скрыться от мобилизации в Штатах и сыграл в спектакле Александра Молочникова. И хотя время от времени он возвращается в Россию ради заработков, его последний проект вызвал недовольство публики. Недавние новости, что Андрей Бурковский снимался в третьем сезоне «Медиатора» в Москве весь сентябрь, вызвали недовольство соотечественников. Возникли слухи, будто бы скандальный актер вернулся насовсем, однако сам он уже успел уехать обратно в США и активно делится видео со своего пребывания в Нью-Йорке. Он даже подписывает посты. Стоит отметить, что Андрей Бурковский уже больше года высмеивает россиян на английском языке, вызывая смешанные чувства у публики. Одни находят его шутки забавными и оригинальными, другие же считают, что актер выходит за рамки приемлемого и считают его предателем родины.